Всем привет! Сегодня у меня для вас еще один рецепт из серии вкусного здорового питания. Мы будем делать смузи с лесными ягодами. А точнее, нам понадобится 100 будет достаточно. 100 грамм лесных ягод я купила в магазине замороженные и подождала, пока они заморозятся. Если у вас есть свежие, то это даже лучше. Банан такой, примерно средней величины, 150 грамм йогурта, обычного белого, и 100 грамм апельсинового сока. Вот этот стакан, в него помещается примерно 300 грамм, я купила его в Икее, вместе с трубочкой. Целый набор трубочек я купила, там было, по-моему, штук 200. Да, у меня есть миксер, который специальный такой для пюре. Если у вас нет такого, можно воспользоваться простым миксером, но тогда смотрите, чтобы ягоды у вас были именно не размороженные. В общем, чем мягче ваши исходные продукты, тем лучше. Сначала я смешаю бананы с соком. Добавлю ягоды. Йогурт. И вперед перемешивать. Особенно летом я стараюсь почаще пить вот такие разные здоровые вещи. Это намного лучше, чем какая-нибудь Кока-Кола, в которой один только сахар и больше ничего, и кофеин. А здесь у меня только полезные продукты. Такие вещи, как ягоды, фрукты и сок, могут, мне кажется, навредить только тогда, когда у вас какая-то определенная аллергия против этих продуктов. А так это сплошные витамины. Вот и все. Я надеюсь, что урок вас заинтересовал, что вы тоже попробуете и вам понравится. Не забывайте оставлять мне ваши комментарии, ставьте мне большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать никогда ничего нового. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!